Бег прямо. Faster. Ускорим темп. Turn and shadow boxing, moving your head side to side, punching, and just keep on moving as you shadow box, mixing your combinations up. Don't have a routine. Don't do this. One, two, three, move. One, two, three, move. One, two, three. You gotta mix it up. Sometimes just throw jabs, right hand. One, two, three here. Move here, body shot, hook. Что они, как и все, в принципе, спортсмены делают на разминке, это бой с тенью. Это важнейший аспект тренировки. Во-первых, не надо стоять на месте, то есть постоянно передвигаемся. И делаем совершенно разные всевозможные комбинации, не повторяем одно и то же по много раз. Да, это как элемент разминки, чтобы разогреться. Также мы немножко отрабатываем технику. Понятно, что проходы и броски в ММА сильно отличаются от проходов и бросков в вольной борьбе, поскольку совершенно другая дистанция, нет возможности осуществлять захваты руками. So now you use your punches to set them up. Теперь для того, чтобы подобрать дистанцию для прохода, мы используем удары. Easiest takedown is punching off of your right hand. Самый простой проход в ноги начинается с удара правой рукой. It brings the hands up. It brings the hand этого, up, руки соперника поднимаются вверх для того, чтобы защититься. Which allows me to reach with this hand on a single leg. Что позволяет левой рукой пройти, сделать проход в одну ногу. So here, I'm moving. Мы двигаемся. One, two, hands go up. Руки поднимаются вверх. Single leg. Прохожу в одну ногу. Or, или over here. Бью правой через руку. И точно так же прохожу переднюю ногу. In MMA you don't want to hit the mat before your opponent. В ММА еще одно отличие проходов и бросков от вольной борьбы. Мы не хотим касаться пола до того, как его коснется соперник. No. То есть мы не становимся на колени. So. To finish the takedown. My feet. Knock his feet to finish the takedown. Я своими ногами выбиваю его ноги для того, чтобы закончить бросок. Потом движением корпуса я его сбиваю в партер. И обратите внимание, что он продолжает контролировать. Продолжает контролировать его голень после броска, чтобы оказаться сбоку от него. Okay. Сразу идет контроль левой ногой, то есть он прижимает к сопернику, не дает ему забрать себя в гард немножко. Голова остается внутри. Bob's head is in my chest. It's not down. It's in my chest. So it pushes my. It's not down. It's not here. It's right here. Ear in my chest. Push with his head to make my head and chest go backwards. Он головой отдавливает, чтобы моя грудь и моя голова отклонились назад. So his head makes my head and chest go backwards. If I bend here, if I'm here, если Bob pushes вниз, my head down, I lose it. Голову вниз, накручен бедрами, я не смогу его бросить. Look at this. Here, his body goes back. Поэтому моя голова прямо, давлю ему на грудь. And my foot, right нога, behind. Look at my foot. Смотрите, где стоит моя левая нога. My back is straight, my butt is down.
to finish his takedown. Спина прямая, задница внизу. Now once I knock Bob down, I'm controlling his foot. I control this foot. I take it through and I lead with my knee. И после проведения броска, обратите внимание, я продолжаю контролировать его ногу. If he stays there, then I put knee on belly and I start to punch, but he may turn to a single, which is fine. Then I just take his back and I punch. Очень важно, уже после проведения броска я продолжаю его контролировать. Да, то есть я плотно ставлю левую ногу, придавливаю. Даже если он провернется, как сейчас было показано, все равно я позицию контролирую. Вот я его бросаю, я его бросил. This, here. Продолжаю держать ногу. Pull, lead, knee. Все, я очень плотно к нему. Turn. Даже если он встает, я все равно сохраняю контроль над позицией и продолжаю его добивать. Nope, nope, nope. See? Come on, let's try. Yes, not here. Up here? Guillotine. No. Lock again. Go slow, go slow. Stop. There. No. Here, right here. And give me your foot right here. Four. There you go, now. See? You stay up. Работаем от естественной реакции человека. Когда я наношу удар в голову, человек поднимает руки. Я его бросаю. Когда мы оказываемся в этом положении, я не жду, что соперник будет поворачиваться туда. Потому что он так делать не будет, если он что-то понимает. Потому что я держу ему ногу. Make him a chance. He's still very bad. Bob's gonna do. When I do this, Bob's probably gonna turn into my leg, which is fine. I crowd into him as I'm sprawling. See how I'm driving into him, and I just go across the face right here, and I sprawl. Now I've got side control, and I go right back to knee on belly, and I start to punch. В момент, когда он поворачивается ко мне, я давлю всем корпусом, бедрами вперед его. Get into position to strike. For Bob, it is never a good idea to give his back. Для соперника самое плохое это повернуться спиной. He's always going to turn back towards me because best case scenario he stands up to a single. Потому что если ему повезет, он сможет встать и еще мне пройти в одну ногу, вставая. But that'll only happen if I don't have any reaction at all. Вот такое произойдет только в том случае, если я никак не отреагирую вообще. Punch, punch, punch. This pressure is down. This is no, is not be, not the best position. Это не самая лучшая позиция. But it's manageable. I may get two big shots off. Я сохраняю контроль, я могу его добивать. Now I sprawl and I cover, flatten him out.
Отсюда я убираю бедра и кладу его плашмя спиной, лопатками на ковер. Space. Knee on belly. Отрываюсь коленом на живот. And grab. Grab the head. И постоянно еще левой рукой придерживаю голову, чтобы снизить возможность, чтобы он для маневра для соперника. Okay. So, one more time. Еще раз. Good. Punch. Good. Good job. Now, listen, guys. Really key. Really key point. Важный момент. When I snag that single leg. Когда я прохожу в одну ногу. Trip. Knock him down. I don't do this. I don't do this. Я не отстраняюсь от него, не создаю вот это too much space. Расстояние, слишком большое расстояние. When I knock him down, I'm like this. All I need is a little space to pass my inside knee, not my outside knee. I'm not doing this. Я не стою на него своим внешним коленом. If I do this, starts playing with my feet and all kinds of other stuff. Если я делаю так, появляется у соперника большое количество возможностей делать. So here, it's just like I'm kind of pressing his leg down, and then I take it back. As I take it back, I just slide my knee. Right here. Notice I still got. Продолжаю давить на ногу и переставляю колено. I lead with my knee. I lead with my knee. I don't go to the ground, then try to get it up. So here I just space to lead with my knee and I punch. То есть я постоянно оказываю давление левым коленом. You guys have to try to get do this better. You don't put this outside leg. It's very. You have to just stop and think. The one thing you guys are doing. Is you're rushing. Tell him to slow down. Не надо спешить. Делайте помедленнее, главное правильно. Slow. When you're learning technique, you have to go slow. Okay? So off my takedown. Don't fall. Не падаем на него. Don't fall. Не надо падать. Нет. Okay? I knock him. Я бросил, но я остался в стойке. I'm still up. Head and chest high. Моя грудь и спина прямо. Now I just control the leg. Я контролирую ногу. Enough space to lead with my knee. И оказываю давление коленом. Down, punch, punch. He turns to my leg. I go down, I crowd him and I cross face him. Look. Put him flat. Кладу его плашмя на спину. Back knee on belly. И отсюда добиваю. Nice, nice. No, wait, stop. Get back. No. Tell him to grab your leg, like go towards you. Yes, now cross face. Flat. Put him flat. There you go.
Now, the one thing you might have to do is when you're cross-facing him, you might have to take your leg back. The one that he's holding. Like, I'm not sure if Bob, when I'm cross-facing Bob, he's got my leg, does it come up? I'm not sure I can leave it into him. I have to sprawl in cross-face. I have to take my leg back. I can't leave him with my leg as I'm trying to cross-face, because then he just gets up. Okay, so when he's starting to come up, I cross-face, but I also have to sprawl to put my knee back on the belly. Do it on him. Get down. Get down. This one. Bad problem. Bad. This is very bad. This is bad. So nice give back. Everything is good here. No, right there. He's got a buffer. Turn. Go back to your belly. What are you doing? Sprawl. Sprawling cross face. Sprawling this leg back. Yes. Now, flat. Now go back. Now put knee back on belly. There you go. Now it's better because he's flat. Теперь мы делали после удара правой рукой проход в одну ногу. You go and you grab. You can also just go high crotch. Especially the way that you guys shoot. I've wrestled Russian guys my whole career. I know the outside step, high crotch. So it's easier you shoot high crotch where your head does go outside. The key is you have to be quick to finish it. Я много боролся с русскими борцами на протяжении моей карьеры вольного борца. Я знаю, что есть другие проходы в одну ногу. The longer my head is out here, the more chance he has to guillotine choke me. В том числе голова может быть наружу, но если на этом движении застрять, то есть высокий шанс попасться на гильотину. Поэтому делать надо быстро. So now I throw my punch and I shoot a high crotch with my head outside. Сейчас делаем другой проход в одну ногу. Я бью с правой руки и делаю проход в одну ногу, голова наружу остается. The moment he goes to grab my neck. В тот момент, когда он пытается взять голову. All I do is big step here, behind. Я делаю большой шаг правой ногой вперед. And I pop my head up. И моя голова при этом прямо. Я смотрю практически вверх. Guillotine choke is gone. Теперь отсюда меня гильотина уже не задушит. Notice, my back is still straight, my butt's down. And from here, I look across his back, and then I just start to run. Hey, look, his body его туловище идет вниз, как бы нагибается вниз. Отсюда, если я достаю неправильно, он меня задушит, может задушить. Если я разверну тело в правильное положение, я его нагибаю тем самым вперед и использую свою голову, ну, как пятую руку, как пятую конечность, как оружие, давлю на него. И просто бегу вперед, снося его. Now from here, отсюда, I'm controlling. He'll probably put his hips, try to get his feet on my hips. Он будет пытаться поднять ноги, чтобы упереться ступнями мне в бедра. Okay, I press. Я давлю на него, постоянно давлю. And then I just start to punch. И until eventually he'll turn. Or, what do you do here? Turn. Так или иначе, отсюда он будет пытаться повернуться на бок или уйти от меня. I just walk him over. Да. One more time. Бросил и сразу продолжаю давить на него бедрами, не давая ему возможности для маневра. Все время его давлю. One more time. Еще раз.
перешел, спина прямо, зашагнул дальней ногой. This bad. Такая позиция плохая, поэтому все время давим на него. Я что-то добиваю. You try to push up. Будешь пытаться оттолкнуть. Bash. Бедра делаем плоско, продолжаем давить. Вообще нет. Lock your hands. Ну, look. Дальше заступаем правой ногой. The moment my head goes down, now he switches that thing in. But look at it. My head's down, my back bent over, my ass is up. Внизу, задница вверх, спина прогнутая. So, to finish my shot, I say back straight, butt in, and head up. It's one simple step. See? Guillotine's gone. Даже если вы попали в гильотину, есть возможность вырваться, делаем таким образом. So on your shot, голова вверх и близко к бедра к нему. Really focus on getting your head and chest up. Поэтому очень важно при проходе, чтобы грудь и спина были прямые, и голова вверх. You guys don't want to see that white ass. And looking across. Смотрим через спину. His back. I'm not looking at the mat. Я не смотрю в матрицу, не смотрю в пол. I'm not looking at the ceiling. Не смотрю в потолок. I'm looking across. Я смотрю ему через спину. I see that guy with the red shirt over there and the orange shirt right next to him. Right? Look at that. I can see him. I'm looking. Even though I can't look that way, my eyes are pointed over there to where I can see him. And the guy with the maroon shirt with the camera. I'm trying to find that guy. And then I start to run with the leg. Towards that person. Look, look at where Bob landed. Look at where Bob landed compared to the guy with the maroon shirt. Right where I was looking, I ran him. So go back and do the move again. But when you're behind him, try to find someone. Okay? Try to find somebody. And look to that person and then run to that person. Okay? Let's go try that one more time. You guys have to really focus on getting your hips in and your head and chest up. And don't compete. It's only practice. Еще важный момент. Сейчас тренировка. Это не соревнование. Давайте возможность работать своему сопернику. Let your partner do the move. Давайте возможность спарринг-партнеру завершить движение. He has to learn the technique before he can master the technique. Для того, чтобы движение хорошо усвоить, его надо сперва понять. Для многих это сейчас делают они чуть ли не в первый раз. Only one guy on our team does that. У нас в команде только один человек так это делает. Don't be like Cain Velasquez. Не будьте как Кейн Веласкес. All right, let's go. Видишь, вы же так.
Now look. This foot, right here. Nope, right here. There, now look to me, and run to me. See, much easier. Not in between, no. Go. This? There. Still good, yeah. Double leg. Теперь тот же самый проход, но в две ноги. So you punch. Бью с правой руки. Grab. Прошел в одну ногу. Leg back. It steps. Head goes up. Голова here. Вверх. This hand grabs the thigh. Правая рука держит бедро. Not the waist. Левая рука берет не за пояс. Because he will underhook you. Потому что когда он засунет свою руку снизу, не затронет меня. Drive to far knee. За дальнее колено. Now when he tries to underhook me, I just run. And when you take him, the bottom knee, you flare. В тот момент броска, вы дальнее колено подбрасываете за себя, подносите под себя. Bottom knee, run. Bottom knee, you step across and you flare. That way I can just ride into punches. Таким образом он оказывается либо на спине, либо на боку, прямо плотно ко мне я могу его добивать. Okay. Head and chest up. Leg. Run. Here, look at this. I kind of run him over. Flare the leg to punch. Очень важный момент, на который уже несколько раз Дэниел обратил внимание, дальнее колено, очень важный момент броска, заносить, выносить под себя, чтобы соперник оказался в партере, вот как сейчас, в удобном положении для добивания. И также, обратите внимание, лежит на полу, спиной ко мне, лежит на боку, спиной ко мне. Which he never wants to do. Для него это очень плохая позиция. Let's go try that, switch to our double and flare the leg. Попытаемся сейчас это проход в две ноги. Punch. Stop. Put the guillotine. No, you just go hit him. See, no guillotine. No guillotine. See that? No guillotine. Up. No guillotine. Yes, now run. Drive. Yes. No guillotine. Very simple. Hey, no problem. Double leg. Drive. Flip the leg. There you go. Good. And then wait. Oven. This. Always. Inside. Okay? What I want to do is let it go. I don't hold on to his leg right here. Я не цепляюсь за ноги, не оставляю свою голову упертой в маты. I take the hand that the side of my head is on. Я голова, если у меня вправо от него уходит, я правую руку ставлю на пол. Turn the other way. Развернемся, чтобы было лучше. This is why we should be in a half circle. You guys back here won't be able to see. Поэтому надо стать полукруг, чтобы все. So I shot my double leg and I got stopped here. Я сделал проход, он меня накрыл. This hand will go
to the mat. Я ставлю её на мат. And I will start to drive. И отсюда я начинаю его давить. Sprawl, man, sprawl. Yeah, hard like that. So I'm here. I do this. Пёрся. To the single leg. Okay. Ещё в одну ногу. Sprawl. Again. Ещё раз. Here. Punch. We're fighting. Boom. I shoot double. He sprawls. Он отбрасывает. I post. And then I drive. Я отсюда начинаю все равно давить вперед. Back up to my single leg. Don't waste the energy underneath. Не тратьте силы, барахтаясь под ним, пытаясь держаться на обе ноги. Because if he shoots double and I sprawl him out here and he stays holding both of my legs, если он так вот останется и будет держать обоими руками мою ногу, I'm just gonna punch him. Я просто буду его бить. Elbow him on the side of his head. Руками и так далее, а он будет тратить силы ни на что. Еще раз. So. Okay. Shoot. Post. Проход накрыли, поставили руку, взяли одну ногу и начинаем просто стартуем, как с низкого старта входим в одну ногу. One more time. Еще раз. Проход, он меня накрыл. Продолжаю давить в одну ногу. Head up. Голова вверх, все как мы делали до этого. Когда мы бросаем нашего соперника, особенно на ММА, выступая на высоком уровне, многие не пытаются защищаться просто в гарде, а пытаются встать. Нам лучше, чтобы они оставались в гарде. Они пытаются поставить свои ступни на бедра нам. С этим надо бороться. Now, the one thing I can't do is lean over Bob. Что я не могу делать, это просто нависать над ним. Отсюда у него много вариантов для противодействия. Он может ударить ногой вверх. Может зайти на скручивание пятки.
these guys doing here. No pressure, guys, just do this. Если нет давления, то просто могу вырвать ноги. Okay? No pressure, guys, do this. So your hips can't be, you can't be over like this, because they'll grab your feet, kick you back. You, if you're going to be with the feet on the hips, which is a no-no, you've got to have pressure so that you can push it down. Если вы оказались в ситуации, когда вы со ступнями, все равно давим постоянно на него. The drill we're going to do is all we're going to do is just walk the feet to the sides. Here. Back up. Сейчас упражнение, которое будем делать, это просто двигаемся в сторону и сбиваем его ноги. Своим движением. All I'm doing is walking his feet. I'm just getting it off to the side here, and I'm just going down, and I'm walking it off to the side. I'm using my feet and legs to just walk it. Here. Использую свои бедра и ноги, чтобы передвигаться, идти, и сношу его ноги в сторону. I just walk him to the side, so that I can cover his hips. Чтобы оказаться сбоку и продолжать давить ему на бедра. Not up. It's pressure. I got pressure here. As I pass him, now, my hip, and I'm heavy on him, as I smash his legs. Я свой вес, весь свой вес давлю на него. То есть very heavy. На моем бедре. Ему невозможно выйти из-под меня. And I can punch. Отсюда я могу его бить. So the first drill, just pass it side to side. Here, отсюда. Hip, walk it. Сбиваем ноги в сторону и продолжаем давить бедрами. Hip, pass it, walk it. Hip, сбили ноги, walk it, прижали бедра, and cover, okay? Like this. All I do is just walk. Here, no, knee. Heavy. You feel heavy. Back up. Heavy hips. Smash the legs first. To the side. You're gonna smash to control. So, very heavy. Good, bring it in. Hustle. I'm moving his legs to the side as I'm crowding him so that I can go into this position. Either here and just smash or leg inside and smash. Because now from here I can start to make Bob go flat. Отсюда я могу его уже положить на спину. Which is important because it can lead to my next move. Что важно, потому что. Or I can go here. Или занять позицию для добивания. The only thing about going to this side is I cannot let him underhook me. Мне нельзя позволить ему, чтобы он. Because then he starts to escape. Потому что тогда он сможет вылезти из-под меня. Okay. So if I'm going to hold him down here. Если я буду его держать, I've got to have the underhook. Я его беру. I've got the underhook, and I punch. Until he decides to make a move. И бью до тех пор, пока он не решит как-то изменить свое положение. And Bob's move will dictate what I go to next. И то, как он будет двигаться, зависит мои движения. Now I just climb up his body. Если в эту сторону, я просто показываю его full mounting, оказываюсь сверху. If he tries to go back to guard. Если он попытается зайти взять меня в гард, защиту. But by doing this position, a lot of times we're forcing guys to go to their knees. They're going to their knees. That's you're not giving them any options. You're not allowing them to go back to their back. Because it's so much hip pressure, you know? I've got so much hip pressure. I've got so much hip pressure. Bob can't go back to his back unless I let him to mount it. So he's turning back to his body. Which is better. Then I'll just reach under here. Grab the fat of his hand. Отсюда, видите, я беру его руку, забираю. And then I fight's over. И тут бой закончен, потому что дальше я его буду добивать, пока. But it all starts with this pressure. I'm so heavy on. Очень важно постоянно давить бедрами, все время давить. I'm so heavy on Bob's hip, весь he can't get up. На нем. Okay, one more time. Еще раз. Don't throw the leg. Нет, не просто не отбрасывай ноги в сторону. No good. Here. Walk it. Вместе с ногами, вместе с своим корпусом проходим и давим. Crossing. Drive. To try to get him flat. You start to snake that underhook. There.
Okay? Okay. Slow it down. И не спешим, делаем не спеша. Go try. Ready? Walk the other way, see? There you go. Yes, no walk, not yes, just get it. Drop all weight. All weight drop. Same yes, same yes. There you go, heavy. No, punch. Почему так важно, чтобы контролировать бедра соперника, которые внизу? Потому что если он умеет хорошо вставать, есть много вариантов, как встать, если нет достаточного давления на ноги, на бедра. The reason I'm going to go to my knees is because if Bob tries to hip escape, I'm just going to follow his leg back to the other side. Почему мы давим так плотно его бедрам? Потому что если он попытается как бы встать из этой позиции, мы просто следуем за ним, следуем за его ногами. Because he's going to try to give it to his guard. See this? When he does this, all I do is this. Все, что я делаю, я просто продолжаю давить, следуя за его ногами. Same position on the other side. То есть такая же позиция, только с другой стороны. He goes again. Если он попытается снова бедра вынуть из-под меня, right back просто меняется в другую сторону. All I'm doing is following his knees. Я просто следую за его коленями. You guys are like this. Если вы будете сверху, как you have to be down, low on the leg. So when Bob pushes to get his face, all I do is take my arm here, and I just take it across. Отсюда все, что я делаю, я плотно рукой опускаю его колено, и все равно оказываюсь в том же положении сбоку. He goes to shrimp. Он выносит бедра из-под меня. Опять то же самое. Опять я сверху, я его давлю. Eventually he's going to decide that he's going to just get up. When he goes there, I'm just going to try to fish this leg. But look, if I take my weight off, если я сниму свой вес с него, if I'm not heavy here, if Bob goes to his knees, look at that. He's already at his base. Он встал, он уже плотно стоит на своей, у него база нормальная. But if I'm heavy and Bob goes to base, he has to go all the way flat first. Но если я давлю на него, and that's when I just grab the wrist. На животе. Отсюда я контролирую дальнюю руку, тогда он вообще не встанет. So one more time. Еще раз. Shrimping. Partner just shrimping. Here. Соперник аккуратно пытается встать, вынув бедра из-под меня. Мы следуем за коленями и продолжаем удерживать его в той же позиции, только одну, в другую сторону. And I'm staying on him. Я все время давлю, все время продолжаю давлю. Okay? Stop. Stop. Relax.
in there. This. Okay, if he's like this. Он может атаковать со спины. One thing is hand placement. That's the very first thing is in ground pound. Как мы ставим свои руки. As wrestlers, we tend to put our hands on the mat. У борцов есть привычка в ММА не очень хорошая, неприемлемая, ставить руки на мат. Guys immediately attack him. Kimura. Если и так, то сразу на них будет атаки. Либо кимура. Armbar, guillotine choke. Гильотина и много вариантов. Armbar. Рычаг локтя. Immediately. So, the number one no-no is hands on the mat. Первое, не ставим руки на мат. So, either hips. Либо на бедра соперника. Or armpits. Либо на, ну, подмышки предплечья. It eliminates almost all of his attacks because it keeps him flat on his back. Таким образом мы практически обезопасиваем себя от всех его атак, потому что он распластан по мату, он спиной на мате. Notice that every attack Bob goes for his back has to come off the mat. Обратите внимание, любую атаку, которую он делает, он должен оторвать спину от мата, на гильотину, что угодно. And his hips. His hips need to move. Обратите внимание на его бедра. Бедра должны выдвинуться из-под меня для любой атаки. So, first thing is my hand placement, and I follow his hips. Первые руки, второе то, что я постоянно должен следовать за его бедрами. This is the one. Это on the hips. Вариант номер один. Because I control him. Потому что я полностью контролирую движение. They can't escape. Ему не выйти. This forces him to break his guard. When I do this. And I press my elbows into his legs. Мои локти внутрь давят. It breaks his guard. И таким образом я еще разрываю его защиту. Могу разорвать ему его гард. Now I'm able to pass. И пройти его. So, first things first. Right here, he's going to be pulling me down to him. Он будет тянуть меня к себе. And holding me. И держаться. I don't want to go straight on here. Мне не надо, нельзя выпрямлять руки. Everything has to be real tight. Я должен очень плотно. As I'm in there with Bob. And notice, I'm still controlling. Обратите внимание на мои руки. Я все время контролирую то, где находится его спина. From here, I have to create space. Мне надо сейчас создать дистанцию между соперником и мной. I push down. Я давлю его вниз. And my head and chest come up. И вырываю грудь и голову, чтобы она была оторвана от него. Punch. Punch. I cannot go crazy. I can't. Я не могу молотить его как попало. Because then he's gone. Потому что тогда он встанет. Measured and few attacks. Make him come. So here, deal with your partner. Hold the head down and find my hand placement. Он держит мою голову вниз. Posture. Во-первых, я выпрямляю спину, делаю осанку. Punch. Отсюда бью. Punch. Crawl and cover his hips again. И опять все время контролирую его бедра. The moment I start to punch, Bob's gonna start trying to escape. I тогда, can't let his hips get to the side too much. Бью, мне, я не должен позволять ему, чтобы он бедра свои выносил из-под меня. I follow him. Я двигаюсь за его бедрами. He goes this way. Если он бедра выносит в ту сторону. I'm here. Watch. I just follow his hips. Я все равно следую за его бедрами. Follow his hips. Posture. Давлю на него, добиваю и следую за движением его бедер. Posture. Okay. First thing, hand placement. That's all I want you. Первое, самое важное, это где мы держим свои руки. Armpits. Or hips. Бедра или ну руки, предплечья, подмышки. Don't punch. When you punch on your feet, you turn over your punches, right? Когда мы бьем в стойке, мы кулак проворачиваем. Do the same thing on the ground. То же самое на земле. Don't do this. Так просто не тычем его. Still. Turn over your punches. Точно так же разворачиваемся и бьем всем корпусом. That's how I was in the beginning. I would do this. В начале, когда я только начал выступать на ММА, бил неправильно, удары были слабые. Теперь разворачиваемся, весь корпус складываем в удары. Watch, come here. Watch this. See? This is okay. This, you feel? In the fight. This is not, see the legs?
before lock legs. But when I do this, his feet unlock. Okay? There you go. And now you. But don't not extend too much. You gotta be really careful because if you overextend, you miss the arm bar. Move hips, move hips. Step and cover. Good, good. Step, cover. Follow the hips. Good, nice. Be careful, be careful, be careful. Be careful, be careful. Oh my God. Don't leave your arms. Remember, hey, everything tight. Tell them don't leave his arms long. There you go. Now no arm bar. You see no arm bar. Be careful, be careful. Когда мы находимся сверху. Remember, everything's tight and compact. Все очень плотно. И локти, положение локтей. When I'm in the armpit, I'm like this. Даже когда у меня руки находятся под мышкой, я локти, like this, локти не выставляю. This is very bad. Это очень плохо. Okay? I'm here in the armpit. Локти плотно. Even when I posture, my elbows are still in. I'm not doing this. I'm not flaring my arm. Because remember, I'm still trying to keep him down. Trying to keep his back вниз, flat. Оставляю локти внутри. The, another reason we do this is because from here, it's very easy to get off elbows. Также почему мы держим руки вот именно под мышки, потому что отсюда легко переходить на удар локтя в голову. Okay, so elbows in. Так что локти внутрь. Not elbows out. Не торчат. Or in the middle. In the middle is okay. The problem is they're all going out, and so the guy on the bottom is beating the hand position. Hey, have you guys ever? You guys have done sambo, right? These are sambo guys. Самбо кто-то занимался? Wrestling, judo, judo. Judo. Everything is the hand fight, right? Hand fight. Очень важно. Hand fight. I won't let Bob wrestle me like this, grab both hands. I won't let Bob wrestle me. Я не могу позволить Богу, чтобы он мне. I won't let Bob do judo by grabbing my gi with both hands. I'm constantly fighting with my hands. Тут постоянно идет борьба за захват. Same premise. То же самое в ММА. So here, he goes to beat my hands. It's still hand fight. То есть мы постоянно боремся за захват. I'm not letting him control the inside. Я должен контролировать его сверху. Now I'm in some trouble here. Теперь вот then you stop thinking offense and you're thinking defense. Теперь я уже не атакую, теперь я уже защищаюсь отсюда. Whoever's got hands on the inside is. То есть вот тот, у кого руки находятся внутри, у него более как бы сильная позиция. Here. Oh. Why would you do that? Зачем ты это сделал? I'm about to get a good elbow for the sternum. Okay, here, not here. Okay, same thing. Here, not here. Локти не торчат. Here, not here. Follow his hips. And well, guys, don't leave your arms long. When I'm following my partner, I don't follow like this and step and leave my arms way out here. Я не оставляю руки торчащими. Everything's still tight. Все очень плотно. Руки близко к корпусу. Now I pass the guard. Сейчас я прошел ему гард, но все равно руки близко к корпусу. All right, let's go. Keep everything tight. Let's go. Try it. Ready? Your weight needs to be down lower and back. Вес должен быть внизу. So you control him. Yes. So he's squirming. I'm down low. I'm controlling him instead of him controlling me. So if he moves, go ahead. Я двигаюсь, это не...
then I change attack. Well, I don't lose position. I don't let him control me, take me out of position. Everything's tight. Everything's in. I control him. He doesn't control me. Tight. В любом случае он потратит кучу сил для того, чтобы выйти из этой ситуации. I'm following his hips real good. I'm following his hips real good, controlling him, beating him. Eventually he'll try there to try to kick me off. When he does that, we just go right back to what we were doing before. See? It all ties back together. Very, very simple. Or when he brings that knee up to my hip, yes. Here, all I do is this. Look, I just go, I smash. Я давлю ему на колено вниз и продолжаю сохранять время бедрами. Now from here, I just go head under the chin and I just walk him back flat. Отсюда я давлю ему головой в подбородок и кладу его опять на спину плашмя. Now it's your choice whether or not you want to pass. А дальше как хотите, либо вы переходите вот в положение от маунта. Or from here. Или отсюда переходим в full mount. Okay? Make him make a choice. What's worse? So, it all ties together. Punching, punching, punching. I'm following his hips. Cover him. Follow his hips. Cover him. Next time I'm beating, I just do the mash. Hit cover. Beat him up. Okay? Раз, два, три. That's easy. One, two, three. Bob's going to throw something to return. Bob кидает ответ. All I'm going to do is slip it. When you guys slip punches, все, что мне надо, make sure you don't drop your hand. Okay? Руку мы Very не опускаем. Common mistake. Okay, so. And I'm going to just throw a hook. Very easy. Learning to punch after you punch. То есть последнее упражнение на сегодня Don't это просто раскидаться, делаем аккуратно, не спеша. У меня была дурная привычка опускать все время правую руку в момент нанесения удара левой. Так что теперь, когда я кидаю джеб, удар передней рукой, тренера просит меня каждый раз себя касаться руки, чтобы была уже память мышечная, чтобы рука не опускалась. So here. Okay? My body is turning. Look at the turn. Shoulder. Now when I throw my right hand, I'm going to pivot, and my body is going to turn. Look at my hand. Where did my hand go from the jab? Back to my face. And on the hook, watch my body turn. And watch my hand. Where's my hand? Now when he throws, I slip. And I throw another hook. Make sure you always protect yourself. So your body's kind of doing this. Okay? So, tapping the jab. Even if you want to do this. It doesn't matter. It makes you keep your hand on your face. Because otherwise, I do this, and I keep dropping my hand. I'm doing this. Bob just goes, boom. And then he does it to me. He would do it to me all the time. Every time I try to jab, he's fucking looking me across the face. Джеб, рука опускается, мне прилетает. So. Поэтому как упражнение, okay. Просто чтобы рука была у головы. Pivot and turn. Раз, два. Hook. Тройка сбоку. Partner throws. Hook. Okay? Give it your partner. Let's go try it. Ready? Thank you.
Боковой? Боковой. Да нет. Ты уклончик? Боковой, давай. Off of your jab? Gotta be very careful with the hook. So, by doing this, you're ready for it. Yeah, yeah. Not in the fight, actually. Always hands back to the face. You know, five? Five. No. You too far. That guy, it'd be hard. So, take me down? Like this? Like this? If you're in the car. Push off. Right. That's the best one. Yeah. I just... Just like regular. I push him first away. You got great space. That's amazing. Great space to put you to get him on a single. That's what we really try to get guys on single legs because we're wrestling. So we're fine with guys holding our single legs. So we just like, I'm down. I do this. Hit, put on the hip. And now I try to shift, bring my knee up to his thigh, his chest. Create space. Now from here, I just keep his head. I'm like this. See that? I'm pulsing from, I'm on my back, elbow, hand, and now I'm up. He can keep my single leg, it doesn't matter. I keep the pressure on the head. Away, guys, that's it. We thank you guys for having us. Все, большое спасибо за семинар. На сегодня это все. We appreciate you guys having us. Kane, Bob and I have enjoyed our time. It's a great place. And we hope to come back again soon. Замечательный семинар. И вообще очень нам понравилась Тюмень. Надеемся, что мы скоро вернемся сюда снова.